Так, друзья, сейчас я снимаю мою прогулку по туристической тропе Карулаба. Пока это делаю, демонтирую, пока, в общем, сыто дело, предлагаю посмотреть мое неизданное еще путешествие на гору Ай-Петри. Фу, блин, на гору Ай-Георгий, Святой Георгий, что в Судаке находится. Это я сделал еще в мае, в отпуск, когда ездил. До сих пор как-то не было возможности и желания выкладывать, монтировать. Сейчас вот, пожалуйста, можете посмотреть. Ну и напоследок, в конце отпуска, нужно еще сходить на гору, которая находится рядом с Судаком. Называется Ай-Георгий. Не очень большая гора, но я думаю, с нее виды шикарные. Да и просто, чтобы подвигаться. А вот так вот выглядит гора. Там у нас Алчак, море. А там у нас Новый Свет, гора Сокол, гора Орел. Ну, все, полезли. Вот, опять же, выписана тропа. Кто там, гарка, птичка или кто? Вот такая вот полянка для отдыха тут на пути есть, с беседками. Вот беседочки. Там еще есть беседки. И барабанная дробь. Купель. Ничего себе, да? Святой источник. Но купаться здесь, наверное, уже не буду. Потому что... Ой! Может, на обратном пути, если жарко станет. Круто, конечно. Что, деревянная, что ли? Ничего себе, из дерева вырезана икона. Круто. А не, не глубоко. Тут лягушка здоровенная. Сначала думал, змея. Шуганулся даже. Вот где-то здесь она тут плавает. Ну, с берега нырнула, когда я подошел. Вот, шикарный вид на Судак, с другого ракурса уже теперь. И вот там мне все время интересно, почему такие платформы на горе. Ну вот, до вершины 940 метров. И еще родник какой-то есть там вверху. Ой, опять этот склон, подъем крутой. Вот уже журчание слышно родника. Решил до родника еще сходить. Потому что, чего бы нет, вот такой настоящий чистый горный родник. Не то, что в бутылках продают. Вот он. И отдохнуть можно. Вот так. Даже чашечка стоит. Ух ты. Представляете? Вода идет прямо из горы. Вот это да. Вот такой вид открывается по дороге наверх. Я думаю, сверху вид будет еще лучше. Но идти примерно где-то еще полкаме, метров 500. Пока что привал. Thank you.
Ух, вот это виды, конечно. Гора Ай-Георги, 500 метров в высоту. Если быть точным, 499. Если не быть занудой, то 500. По-русски это будет Святой Георгий. Так же точно, как Ай-Петри, будет по-русски Святой Петр. Если кто не знал, вот я к самому краечку подхожу. Но поскольку высоты я боюсь, то на самый-то уж край, конечно, не пойду. Вот, ух, там хорошо. Вот, ребята, предпоследний мой день в Крыму. Вот почему мне нравится подниматься на горы, потому что здесь у тебя как будто весь Крым под ногами. И море, и города, и леса, все, все классно. Все у тебя как на ладони. Все видно. И ты такой хозяин как будто над всем над этим. Такой. А, вот так можно сделать. Вон та стояночка, где купель. Опять остановился, чтобы поснимать красоты. Потому что снимать хочется все. И даже трусы. Вот оттуда я сейчас пришел. На самый верх поднимался. Да-да-да. Скажите, что не классно. Классно же. Вон там меганом. Отсюда кажется небольшой. Значит, я выше его нахожусь. Ну да, он там не 500 метров высоту точно. А вон Алчак. Отсюда совсем крохой кажется. Ну и на него раз в 5 я быстрее забираюсь. Вон лягуха плавает. О! О! Кто это из вас? А? Кто громче всех орал, тот быстрее всех свалил. Ну все, ребята, батя покорил и эту вершину. Вот она уже позади. И надо как-то с кайфом провести сегодня остаток дня. Как остаток? День только начался. Надо как-то себя позабавить. Вот так. Ну и узнать, конечно, билеты до Симферополя. Сколько и когда.